Лучшие фотографии одесситов можно увидеть в Центре болгарской культуры. Выставка «Снимок года 2015» собрала работы в разных техниках и направлениях. Чьи фотографии оказались лучшими, знает наш корреспондент Олеся Повар. В Центре болгарской культуры сегодня людно. Все пришли посмотреть на фотографии одесских мастеров. В экспозиции больше 200 работ. Черно-белые и цветные. Снимки гор, улиц и моря. С людьми, животными, зданиями и природой. Тематика и география самые разные. Свои работы на конкурс «Снимок года» одесситы отправляют уже 13 лет. В этом году очень много начинающих авторов, которых мы еще раньше не видели. Это для них возможность впервые показать свои работы зрителю. Алексей тоже участвует в конкурсе впервые. Его снимок «Давление» в списке призеров. Несколько лет назад мне повезло снимать свадьбу во Львове. Это удивительный город. И, конечно, можно проводить какие-то аналогии с Одессой, но в любом случае это был как глоток свежего воздуха. И в одном из высоких дворов в центре я нашел такую геометрию, вследствие чего получилась эта фотография. Примечательно, что все фотографии победителей оказались черно-белыми, как и работа «Отец», которая удостоилась гран-при конкурса. Снимок сделан, когда двухлетний Кузьма гулял с отцом по родной деревне. Он из многодетной семьи. Это семья, с которой я давно знакома. Я хотела очень давно, несколько лет их пофотографировать, потому что они живут очень необычной для современных людей жизнью. И мне это удалось. Выставка будет открыта еще 2 недели. Посмотреть на работы можно по адресу переулок вице-адмирала Жукова, 9. Олеся Повар, Игорь Казанжи, 7 канал.